привет, меня зовут Аим, добро пожаловать в Баку, столицу Азербайджана. И в этом видео я вам расскажу о 5 местах, которые вы обязательно должны посетить, приехав в этот город. Ичери-Шехер. Здесь вы найдете дворец бакинских ханов, площадь Майдан, узкие улочки и крепости, ну и, конечно же, мечеть. В центре старого города есть девичья башня. Поднявшись туда, вас встречает вот такой вот прекрасный панорамный вид на весь Баку. Итак, наше первое блюдо – это душпара, это суп с пельменями. Их особенность заключается в том, что они такие вот маленькие, как жемчужинки. Это у нас каспийская осетрина. Ну и, конечно же, самое главное, основное блюдо – это у нас мясо. В частности, это у нас шашлык. Ну и, конечно, тут очень много разновидностей шашлыка. Давайте попробуем. Сейчас мы с вами находимся на самой длинной пешеходной улице Баку – Низами. Ну или местные называют ее как улица торговли. Тут очень много разных магазинов, кафе, ресторанов. Это такой большой атмосферный Арбат, где вы обязательно должны прогуляться. Для погружения в историю и культуру азербайджанского народа советую посетить Габустан. Это самый популярный памятник в Азербайджане, который включен в список наследия ЮНЕСКО. Тут изображены наскальные рисунки древних людей, схожие с теми, что есть у нас в Тамгалы. Музыкант, конечно, так себе из меня. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравился наш обзор. Air Astana осуществляет прямые рейсы с Алматы в Баку 2 раза в неделю, всего 3,5 часа лета, и вы окажетесь в этом прекрасном городе. А билеты вы сможете приобрести на сайте или же в приложении Air Astana.